Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами, как решать первое задание ЗГ по информатике по теме «Количественные параметры информационных объектов». Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы. На каждой странице 40 строк. В каждой строке 48 символов. Определите размер статьи кодировки KI8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. Варианты ответов: 120 килобайт, 480 байт, 960 байт и 60 килобайт. Для начала найдем количество символов в статье. Для этого нам необходимо перемножить страницы на строки и на количество символов в строке. Получаем 2 в пятой степени умножить на 5, умножить на 2 в третьей степени, умножить на 3 и умножить на 2 в четвертой степени. Равно. Умножить на 2 в 12 степени. Один символ кодируется одним байтом. 2 в 10 степени байт составляют 1 килобайт. Поэтому информационный объем статьи составляет 15 умножить на 2 в 12 степени байт. Равно 15 умножить на 2 во второй степени килобайт. Итого получается 60 килобайт. Правильный ответ указан под номером 4.